С министром национальной обороны Канады Джейсон Кенни приехал лично осмотреть полигон, на котором канадские инструкторы с сентября будут проводить учения для украинских военных. А еще обучат работе со взрывными устройствами, безопасности полетов и оказанию медицинской помощи. Для этого привезут с собой все необходимое вооружение и оснащение. На обучение украинских армейцев Канада выделяет 16 миллионов долларов. Канада отправит сюда 200 военных, которые будут проводить учения. Это станет своеобразным посланием к тем 25 странам-членам НАТО, которые до сих пор не вызвались помочь Украине. Мы планируем практически перейти на стандарты НАТО щодо подготовки, щодо обеспечения и навчання особого складу. Тому для нас это будет очень корисно.